Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Наталья Валерьевна Примак, Ирина Веленкина, руководители театральной студии «Дебют» детской школы искусств «Классика». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А пригласили вас в преддверии начала учебного года не случайно, потому что в этом году ваша театральная студия отмечает свой первый такой уже весомый юбилей. Вам исполняется 10 лет, именно 10 лет назад, в октябре, стартовал прием и набор первых театралов, первых деток, которые сейчас, между прочим, блистают уже на сценах. Но об этом мы обо всем поговорим. Все-таки, Наталья Валерьевна, вот с каким настроением ждете, встречаете начало нового учебного года, потому что, конечно же, завершение театрального сезона в этом году было совершенно нестандартным. Вы продолжали работать, я сразу отмечу, но все-таки не, так скажем, не тет-а-тет, да, не глядя детям в глаза. Наоборот, глядя детям в глаза. Я хотела сказать, ну не так, как привычно в театре, в аудитории, на сцене, а именно глядя тет-а-тет. Значит, я тоже задумываюсь над этим всем прекрасным периодом, который наступает. Я надеюсь, что он будет замечательным, и все будет все хорошо, и все будут здоровы. Вот, действительно, 10 лет – это уже красивый такой, красивый срок для творческого коллектива. Вот. Но я вспоминаю, что в марте мы встречались. Правда, Маша? Да. Причем мы даже приглашали на спектакль наших телезрителей. Конечно. На премьеру. И буквально через несколько дней после выхода программы «Специальное интервью» в эфир был объявлен карантин. Мы ушли на самоизоляцию. Да, мы ушли на самоизоляцию. Это было в преддверии Международного дня театра. И вот так этот Международный день театра встретили во всем мире. И началась другая жизнь на самом деле. Сначала было, как вы понимаете, вообще сначала была пауза. Да, пауза, как в театре говорят. Держали паузу. Все держали паузу. И мы, и родители. Потом мы поняли, что нам надо работать. Паузу не стоит держать дальше. Не стоит долго держать паузу. Да. И родители захотели работать. И возникли эти волшебные дела, которые называются WhatsApp и Zoom. Да, такие хорошие иностранные слова. Да, спасибо, онлайн-платформа. Спасибо техническому прогрессу, который помог нам начать новую жизнь. И вот я сейчас, вот нас будут слушать телезрители и смотреть. Вы знаете, мы вошли в совершенно новый процесс творческого общения с нашими привычными формами работы. И это было очень удивительно. Значит, одним из вот таких наших учебных пунктиков являются скороговорки. Скороговорки – это очень интересное учебное упражнение. Но у нас возникали вот такие интересные вещи. Это была не только речь, а это было еще визуализирование. То есть дети при этом делали актерские этюды и работали с предметами. Шли шесть мышей, несли 16 грошей. Шесть мышей, несли 16 грошей. Кому пироги, да пышки, кому синяки, да шишки. Я себе на майку нарисую зайку, а потом на спинку нарисую свинку. На штанишке мышку, на рубашку пташку, сверху на фуражку ниндзя-черепашку, а потом на попку медвежонка Степку. Я подумал о еже, только места нет уже. Мышь в углу проговорила норку, тащит в норку хлеба корку. Но не лезет корка в норку, велика для норки корка. Четыре черненьких чумаленьких чертенка чертили черными чернилами чертеж. Чрезвычайно чисто, чрезвычайно четко.
Насколько быстро включились в эту работу родители? Потому что, безусловно, без их помощи не обошлось. Ведь вот вы уже сказали о том, что дети не просто вам читали скороговорки, да, были придуманы целые образы, прям целая картина. Это нужно было найти соответствующее кресло. А я думаю, что... А я знаю, что вы очень требовательно относились к выполнению заданий. Иногда вся семья ломала голову, что же такое найти, где то самое платье или костюм, кресло, стул, платье, как вот все убрать, подвинуть. Помещение. Да? Как вот это было? Ну, конечно, да. Это сложно, потому что квартиры у людей, в общем-то, не приспособлены для киносъемок, да, они всегда чем-то заставлены посторонним. И вот и приходилось... Есть, опять же, выключатели, розетки, провода, там, я не знаю, части картин, вот то, что в кадре, в принципе, не должно попадать. Да, можно снять крупный план, да, как в кино, но тогда это не так интересно, когда на одном крупном плане ребенок что-то читает или там играет какой-то отрывок. Значит, приходилось искать варианты. Родители сначала присылали фотографии, как ребенок выглядит, на каком фоне, потом, значит, и... Мало того, костюм обсуждался. Да, костюм. Потом я пишу, знаете, ваша розовая стенка не очень подходит к нашему произведению, все-таки на что мама мне пишет с юмором, папа может перекрасить другой цвет стенку. Мы на самоизоляции. Да, мы можем сделать все, что угодно. Потом, вплоть до того, что доставались какие-то старинные бабушкины шторы и меняли шторы на кухне, чтобы сделать вот вариант старинный какой-то вот старинного интерьера. Вот у нас такая была история со средней группой, ребята, которые играют отрывки Гоголя. Немножко, да, я просто чуть-чуть вперед туда забегу, но был отрывок из «Женитьбы Гоголя», и надо было все-таки, ну, хоть как-то приблизить, вот, чтобы они вот эту атмосферу ощущали. Каждый в своей квартире, каждый в своем доме или на даче, кто где находился. Вообще, это было очень интересно, очень интересно. Родителям, которые сейчас размышляют о том, вообще же начало нового учебного года и творческого, как бы, периода, когда родители думают, как развивать своего ребенка. Вот что дает в этом случае театр? Вот я и хочу поговорить. В данном случае я редко агитирую, понимаете, потому что я понимаю, что это должно быть потребностью души. Но еще очень важно, чтобы родители видели вот эту искру в ребенке, когда даже она еще только еле-еле теплится. Потому что то, что дает театральная студия, она дает самое главное. Она дает, во-первых, общий высокий достаточно уровень культуры детей, потому что дети работают с литературой. Это развитие памяти, причем памяти не просто механической, а эмоциональной памяти. Мы, когда мы отснимали уже 30-й номер, там 40-й номер стихов наших скороговорок, мы вдруг услышали, как звучат наши дети. Ни одного говора. Вот нет говора. Звучит чистая русская речь. Без скрадываний согласных, без каких-то там ошибок. Чистая русская речь. Это замечательно. Вот это дает театральная студия. Помимо всего, это, конечно, эмоциональное восприятие материала, безусловно. И это воображение, которое необходимо развивать. Это необходимо развивать не только детям, которые там театром занимаются. Это вообще необходимо человеку, потому что это позитив. Мы нашли потрясающее стихотворение. Оно называется, оно о любви, Маш. О любви. Ведь в 9 лет и в 5, и в 6 они о любви тоже задумываются. И мы придумали, как снимать этот номер. Вот наша девочка, Викочка Макаренко, она сидит с телефоном. Но вы же понимаете, и мы с вами понимаем, и даже зрители, наверное, понимают, что у ребенка там не могут быть вбиты персонажи стихотворения. Но она разговаривает, глядя в этот телефон, и видя там тех, кого она называет. Мне почти что 9 лет, а любви все нет и нет. Даже как-то несерьезно. Все, влюблюсь, пока не поздно. Только вот решить мне надо, выбрать Диму или Влада. Дима роста маловат, Влад сутул и конопат. Подошел Сережка мне бы, кабы двоечником не был. Ну а с двойками, скалами, не понравится он маме. Саша умный, в общем милый, но зануда и зубрила. Колька, ябеда и врун, Глеб, задира и драчун. Тёмка, хилый и больной, а Петров вообще чудной.
Вот Олег хорош вполне, очень нравится он мне, но в него влюбилась Ксюшка, а она моя подружка. Вот такая незадача, я сижу и чуть не плачу, подходящих нет, ребят, а года меж тем летят. Мне почти что 9 лет, а любви все нет и нет. Вот это и есть волшебство театра, когда каждая мелочь работает, каждая деталь работает. И вы знаете, они расцветали на наших глазах просто. Театральная студия дает большое, большое развитие интеллекта. Потому что кроме того, что они читают много стихов, да, мы берем всегда хорошую литературу и детскую литературу. И уже когда ребята старших как бы классов, это уже литература и классика, и западная литература серьезная. То есть они начинают больше читать. Потому что многие жалуются родители, что большая нагрузка в школе, они ничего не успевают, надо учить английский, французский, китайский, что-то там еще, да, успеть поплавать и сходить на какие-то спортивные занятия, куча репетиторов, я это все понимаю. Но когда ребенок начинает читать, у него, соответственно, ему легче становится заниматься другими даже науками. Вот так вот даже скажу, правильно? Потому что больше каких-то, знаете, как сейчас медики все говорят, у нас должны быть антитела к коронавирусу, да? А вот я считаю, что должны быть антитела вот к тому, чтобы потом не потерять то, что ты накопил. Вот в плане интеллекта, культуры, вот всего-всего-всего. Вот сейчас, например, когда мы уже звоним после того, как пережили вот этот период, и мы занимались онлайн, и все равно мы старших деток, мы не вызываем на собрание, мы вызываем на общее собрание новичков, изучаем. А наши другие ребята звонят родителям, и когда они говорят, мы не мыслим жизни без театральной студии. Вот так вот. Или мы с вами, конечно, это очень здорово, это прекрасно, просто приятно. Но это то, ради чего стоит работать. Ради чего стоит работать, да. Но самое потрясающее, вот самое потрясающее, что всегда вообще, что меня всегда поражало в театре, продолжает поражать. Вот ты вкладываешь в ребенка, вкладываешь, обсуждаешь с ним, очень много раз повторяешь какие-то моменты, придумываешь. И вдруг вот именно даже онлайн, когда выходит на сцену, да, ты видишь, и все, он парит, он в образе. Но когда дома в это включались у нас родители, и когда рождался образ, я вас очень прошу, Машенька, показать нашим зрителям, как музыкальный пирожок называется? Да. Музыкальный пирожок, который делает у нас Настенька Галун, это просто кино. Это кино. Но за кадром мама, ассистент. Вы понимаете? Это я даже не знаю, что это театр, или это цирк, или это кинофильм. Я думаю, что зрители получат... зрители, да, получат удовольствие и сами решат, что это за жанр. Что это за жанр? Да. Посмотрим. Давайте посмотрим. Музыкантом повар пел и пирожки лепил. Настя даже не фасоль, и в стряпню он сыпал соль. А когда готовил суп из фасоли и из круп, фарш и соль он допивал, класть фасоль не забывал. Ну и повар в очерах для него обед пустяк. Он однажды ему туре спрятал в яблочном пюре. Кто возьмешь весельчака, кулинара чудака? Вместо ягод повар тот положил в пирог 7 нот. Кто попробовал пирог, больше хмуриться не мог. Откуси и ты, дружок, музыкальный пирожок. Ирина, я знаю, что вы в период пандемии взяли такой большой объем работы по монтажу всех этих роликов. Ведь все видео, которое вам приходило, но не всегда было титры, не всегда были заставки.
И вам это предстояло все сделать, где-то подправить звук, где-то еще добавить каких-то художественных элементов. Эффектов. Эффектов, да. Да. Но пришлось, да, осваивать все на ходу, потому что мы все, в общем-то, умеем, да, снять какое-то маленькое видео, фотографии, разместить в Инстаграм, ну, для себя лично, там, для друзей. Но здесь была другая история. Здесь хотелось преподнести это каким-то номером, да, или какой-то сценкой. Поэтому... Ну, пришлось освоить процесс монтажа еще дополнительный, именно вот в телефоне это сложнее, на самом деле, оказалось, чем даже на телевидении, где я в свое время тоже работала. В общем, я знаю, что такое телевизионный монтаж, но тогда ты говоришь монтажеру, вот поставь этот план, работаешь со звуком, у тебя есть режиссер, у тебя есть музыкальный редактор, да, ну, как бы много народу, которые тебе помогают все это сделать, а тут ты сидишь один, вот с маленькой коробочкой, с крошечным телефоном, где ты буквально мизинчиком начинаешь все эти кусочки соединить. Ну, освоила где-то за пару дней, потом все больше и больше добавлялось каких-то вот вещей, которые я узнавала. Но самое было приятное, когда еще добавлялась музыка, то есть хотелось найти ее тоже в том же ключе, в том же жанре. В этом отношении она мастер, Машенька. Вы вспоминаете все наши спектакли. И вот это подбор музыкальный подбор. Спасибо. Валерина, хорошая именно музыка. А я вам скажу, потому что я знаю музыку, и я образована, и я владею фортепиано. Но на это надо и время, и терпение, и очень хороший слух. Она понимает, к какому материалу что подойдет. Мы тут для себя открывали шнитки, открывали просто. Да, понимаете, когда мы знаем, что он серьезный, и вдруг так, вот столько юмора, вот у него в «Мертвых душах», например, как это нам как-то нам помогало во многих других моментах. Но самое замечательное еще другое, что мне присылали родители отснятые кусочки, вот как мы с ними договаривались, и они так дрожащими, я так чувствую, так трепетали. Ну как? Теперь уже все получилось? Или нет? Я говорю, почти все. И там, ох, ну хорошо, папа вечером придет после работы, будем переснимать, если не заснет. Вот так вот у нас иногда пару дней уходило на съемки, потому что... Но вас этот период, безусловно, сблизил и с детьми, сблизил и с родителями. Вы, конечно же, ждете уже встречи со своими ребятами, с учениками. А вот все-таки для тех, кто еще раздумывает, сомневается, куда ему пойти, куда отдать ребенка, как в этом году осуществляется прием, как ведется набор в вашу студию, как можно к вам записаться, какие механизмы сейчас существуют? Я думаю, что у вас вот как раз было, по-моему, был наш комитет по культуре, замечательный, возглавляет Ирина Ватрунина, которая говорила о госуслугах. Вот это осталось незыблемым. То есть сначала... Через портал госуслуг, как в любую школу, в любой кружок, в любую секцию. Детская школа, классика. Дополнительное образование, театральная студия «Дебют». И в свою возрастную ячеечку записывают ребеночка. А мы уже смотрим, там варьируем какие-то моменты интересные. Ну и дальше, наверное, вы уже связываетесь с родителями. Да. Они приходят, новенькие приходят на собрание. А у своих есть группа, она постоянно существует. Мы еще расскажем с вами, что мы еще летом сделали. Вот, и мы продолжаем общаться и поздравляем детей с днем рождения. С днями рождения обязательно родителям приятно, потому что они на даче, то они вдруг куда-то к бабушке уехали. Мы их помним, и им это тоже приятно очень. Вот. Еще какие-то такие интересные моменты я вспоминаю. А, когда вот мы говорим, все-таки рассказываем, Машенька, ну это еще одно дело снять одного ребеночка со стихотворением и скороговоркой. Но другое дело записать, например, четверых детей, а в будущем, в отрывке из будущего спектакля «Золотой ключик», «Золотой ключик», «Приключения Буратино», вы понимаете? Ну, например, у «Домика Мальвины». На натуре. Кино. В общем, и «Домик» должен быть похож. И начинается кино. Маша, как никто другой, знает профессию режиссера. Это деспот и тиран, правда? Да. Деспот и тиран начинает. Нет, не такой угол домика. Нет, нужна клумба. Не и все оттенок. Ищут клумбу. Зачем скосили траву? Было красиво вчера. Зачем ушли в какую-то рощу? Это не садик Мальвины. И четыре ребеночка, но это не только дети, это бабушки, это мамы, это сами бабушки дети. Бабушки помогали с костюмами, потому что у нас не было доступа к костюмерной, мы не могли дать им костюмы, у нас все как...
это есть в студии. Мы знаете, что у нас большая костюмерная, всегда все доделываем и подшиваем, и переделываем. Но тут мы не могли. Поэтому приходилось, так сказать, на словах, на пальцах объяснять, что надо, прислать какие-то рисунки, да, фотографии. Да. Первый разговор папы Карла, как он мастерит Буратино, вы помните? Как он, ну, во-первых, это с точки зрения того, как это играло с детками. Началось с того, что родители этого мальчика нашли вот эту дивную картинку, где очаг папы Карла. Каморка. Каморку папы Карла. Мы просто с ума сошли. И мы начали искать такую же каморку, чтобы сделали это нашей Ирочке Козьей, которая играет Буратино и будет играть Буратино. Они не могут, они на даче, у них ничего не получается. И они подбирали кладовочку, с чтобы лестницы. Была дверочка такая, никаких выключателей, чтобы это совпало, кино, чтобы это совпало с тем, где сидит папа Карло. И вот они сшили колпачок, через виртуальное пространство, они... Происходил диалог. А и костюмы, конечно, это все родители. Все эти шапочки, штанишки, носик – это все родители. Это, конечно, это потрясающая работа. Потому что когда мы как бы вот в процессе вот открытой работы, то очень часто говорят: «Наталья Ивановна, ну можно, а вы подберете там в костюмерное что-нибудь?» А не подберем. Не подберем. А как? Тут уже без вариантов. Без вариантов. Да. Как мы искали бороду Карабаса-Барабаса? Это же инвалид, даже целое цирковое представление, правда? Да, это расскажи немножко мамин, про бороду Карабаса-Барабаса. Мех от какой-то шубы. Нет, или сначала от пальто, они ждали. Выкрашенный в невероятно Карабас, у него же рыжая борода. В общем, придумали они там покрасили. Нет, сначала они ждали, что привезут бороду какие-то родственники. Не привезли. Не привезли бороду. Пошел в дело мех. И тогда мама отчаянно сказала: ну давайте попробуем. А у него все было. Они костюмчик подобрали, и цилиндры, и все. И вдруг пошел. Стоит Карабас-Барабас в ярко-красно-рыжей такой бороде. Все, да, но на третьем дубле она спазла в бок. Играл прекрасно. Мы сказали: все прекрасно, борода уехала. Мама говорит: я больше не могу это снимать. Ну что делать, в общем. Пришлось еще раз. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Где мой золотой ключ? Я только что держал его в руке. Может быть, ключик у вас в другой руке? Нет, и в другой руке нет ключа. Не запутался ли ключ в бороде? Нет, и в бороде нет ключа. А мой ключ? Где мой золотой ключ? Куда же мог деться золотой ключ? Это ты его взял? Ты его стащил, я, тухлая пиявка! Отдай ключ! Увы, кажется, моя жизнь подходит к печальному концу. Осмелюсь сообщить, почтеннейший Карабас-Барабас, ваш ключик унесли известные сороки-воровки. Ключ унесли сороки-воровки, мы видели. Громования! 10 червонцев, 100 червонцев, мешок червонцев тому, кто вернет мне золотой ключик! Низко кланясь, считайте, Карабас-Барабас, что ваш ключик уже найден. Найдем, найдем, и не то находили. Уговор, деньги пополам. Да когда же я тебя обманывал? Карабас-Барабас, вы сильно помяли мне легкие, печень и желудок. Эй, Карл, помоги-ка мне отвезти моего друга в палату. Я его натру бальзамической мазью. Буратино, хорошее имя для куклы. Вот тебе раз, не успел ковырнуть замеском, глаза у него сами раскрылись. Деревянные глазки, почему вы так странно смотрите на меня? Ага, ему нечем разговаривать. Вырежу я тебе рот, будет у меня сынишка с маленьким хорошеньким ротиком. Ой,
Тьфу ты, как ты меня напугал. Хочу рот до ушей. Ладно уж, ладно, не вертись. Сделаю тебе рот до ушей. А теперь вырежу маленький хорошенький носик. Хочу большой нос. На что не похоже. Даже очки свалились. Какой же это нос? Это шило какое-то, а не нос. Не дамся, не дамся, не трогайте мой чудный нос. А ну тебя, ведь я хочу тебе добра, Буратино. Другой бы старик смастерил мальчишку и сейчас бы пошел с ним по дворам собирать деньги. Нет, сынок, я тебя отдам в школу. Школу? Это еще чего такое? Учиться будешь умный и благоразумный. Школа, ты чего забавный? Вот так весело! Послушай, я тебя еще не закончила мастерить, а ты уже начинаешь баловаться. Что же дальше-то будет? Руки, ноги, нос торчком, вот так весело живем! Ой-ой-ой! Что с тобой, Буратино? В животе тошнит, есть хочу! Ах, бедняк, ничего ты мне не припасена, ни сухой корочки. Не успел родиться и уже голодаю. Какое свинство! Ты прав, малыш, голодать это большое свинство. Потерпи немножко. Ты куда, папа Карло? Принесу тебе поесть чего-нибудь, только ты смотри, без меня не балуйся. Буду умненький, благоразумненький. Что касается вот будущего спектакля, дети очень с большим удовольствием делали пробы на роли. Нам прямо даже вот писали в Инстаграм, пожалуйста, когда у вас следующие будут пробы на роль, мы хотим посмотреть. И они там голосовали в Инстаграме школы, голосовали за кого, значит, больше отдадут голосов, кто у нас больше, Мальвина, эта девочка или это вот, или там Лиса Алиса. Так что у нас были такие интересные моменты, есть. Ну, в принципе, уже фундамент готов для спектаклей. Конечно. То есть уже вот все рвутся в бой, выйти там на есть, сцену. Вы увидите пробы, они же крошечные, но настолько яркие, что вы тоже скажете, да, это вот Базилио, или вот это Лиса Алиса, это точно. Вот кстати, если говорить интересно. О премьере спектакля «Золотой ключик», когда... Ну, естественно, ближе к Новому году, даст Бог, просто обещают нам, пока идет этот учебный процесс. Будем заниматься этюдами, музыкальными номерами. Там это будет музыкальная музыки. Сказка, там очень много песен. Да, и отдельных, и массовых, и в общем. И мы уже давно практикуем такую интересную вещь, как мы присоединяем к основной группе, к базовой, деток из других групп. Помните, как у нас там, я помню, вы же видели «Снежную королеву», короля играл мальчик из старшей группы. Там, основная группа. Да, я помню, маленькую разбойницу блистательно сыграла девочка еще из другой группы. Вот. Поэтому вот это практика тоже такая, объединять разные группы вот, в разных спектаклях. За 10 лет у вас было немало выпускников вашей театральной студии, которые дерзнули попытать счастливую судьбу и... Поступали в театральные вузы, поступили на сценарное, на режиссерское. Да, вот все-таки кем из выпускников гордитесь, о ком можно сегодня вот действительно сказать, кого вспомнить. Они замечательные ребята, я думаю, что они придут к нам, не только они, потому что у нас очень много было ребят, кто поступил в технические вузы, но играли блистательно. Вы помните Васю Гушеля, например, замечательного. Вот такие ребята просто яркие, харизматичные, в бане он был, победоносиков. Вот. А поступили они, даже те, кто поступил в технические вузы, до сих пор скучают и помнят, и с удовольствием бы этим занимались, потому что времени не хватает. А так у нас, значит, Настенька Иванова поступила в литературный институт, она всегда писала, и она актерство еще оставляет про запас, как говорится. Но она уже... У нас будет драматург. На четвертый курс драматургического отделения литературного института перешла. Вот. И Саша Лискина, девочка, она вот из первых поступивших, да, она теперь перешла на третий курс режиссерского факультета ИСИ. Не поверишь. Решил продолжить учиться. А твоя Вивиан Пейн даже сбросила пару килограммов и сама себе понравилась. Хочет стать учительницей, влюблена в тебя по уши. А Эдди Уильямс? С ним хуже, а может даже и лучше. Он ушел в школу, устроился учеником у краснотеревщиков. Зарабатывает в два раза больше нас с тобой.
Кстати, ты ведь ничего не слышала про Джоффрена? Как раз хотела спросить у тебя, я ничего не знаю о нем после того случая. Он в бегах, в школе не появляется и дома не ночует. Его ищет полиция. Ты так спокойно об этом говоришь? Фюрона для меня всегда был обречен. Для меня гораздо ценнее те ученики, для которых я могу что-нибудь сделать. Фюрона личность и умница. С ним интересно. А педагогика, слава богу, построена не на законах статистики. Судьба Фюрона, но это его судьба. И теперешние наши уже перешедшие на второй курс и пережившие пандемию в онлайн, ну, они делали этюды, видимо, читали стихи, это Александр Перков и Анастасия Сапронова, Настенька Сапронова. Вот они перешли на второй курс, у них очень хороший педагог Ирина, может даже о руководителе курса сказать больше, это немножечко. Виталий Коняев. Это очень известный артист наш. Да, актер малого театра, такой, в общем, хороший, с хорошей школой. Я сама закончила школу малого театра, театральное училище имени Щепкина, а вот Коняев, а Коняев замечательный педагог, да. И я думаю, что у них хорошая школа тоже будет. И хорошее будущее. Да, хорошее будущее. Надеемся. Мы все общаемся, они всегда пишут, звонят, то есть вот не пропадают надолго, приходят на спектакли, да, на какие-то встречи. Ну, вот я думаю, что юбилей мы будем готовить. Конечно, мы очень надеемся, что никакие силы сопротивления не помешают отпраздновать десятилетие театральной студии «Дебют» с размахом. Конечно же, премьерами спектаклей. Конечно. Потому что, безусловно, это все ждут и зрители, и актеры, и родители ребят. Потому что на все ваши спектакли традиционно аншлаги. У вас очень много друзей появилось за это время. Да. И почитателей именно ваших спектаклей. Потому что, ну, хочется отметить, что, конечно же, вы работаете с очень хорошим материалом. И это и музыка, это и слово. Ну, и, конечно же, мастерство ваше, Наталья Валерьевна. Спасибо большое, Маленька. Ну, мы теперь со старшими, мы не поговорили немножко о старших, а мы готовим с ними «Обыкновенное чудо». Конечно, с музыкой гениального Гладкова, которая прозвучит уже в таком театральном варианте. Идет она, ее шаги. 15 лет я женат. А влюблен до сих пор в жену свою, как мальчик, честное слово. Идет она. Здравствуй, жена. Давно ли мы расстались, но часик всего назад, как будто бы мы год не виделись. Вот, хотя я тебя люблю. Что с тобой? Кто тебя посмел обидеть? Ты. Да не может быть. Ах, я грубиян. Вот беда-то. Что же я окаянный наделал? Подумай. Говори, не томи. Что ты натворил нынче утром в курятнике? Так ведь это я любя. Открываю курятник, и вдруг здравствуйте. У всех моих цыплят по 4 лапки. Кто обещал исправиться? Кто обещал жить, как все? Но знаете, у нас еще очень хорошее событие случилось летом. Ирина Валерьевна, листая, блуждая в календарь интернете, онлайн конкурсов и фестивалей, я обнаружила фестиваль, который проводил наш театральный центр в Жаворонках, вот в нашем районе, и они предложили такой вариант посоревноваться детям разных возрастов, там и взрослые участвовали, и дети, и маленькие, и средние. Это был конкурс «Читаем Есенина» к предстоящему 125-летию поэта в октябре. И ребята приняли участие, наша старшая группа, и двое из них, соответственно, завоевали первое и второе место в старшей категории детей.
Там. Это Глеб Кулагин. Да. Танечка Цветкова, первая премия. И вторая премия Глеб Кулагин, небезызвестный вам. Ну, давайте тогда посмотрим. Послушаем ребят. С удовольствием. К черту я снимаю свой костюм английский. Что же, дайте косу. Я вам покажу. Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий? Памятью деревни я ли не дорожу? Что поет теперь мать за кудилью? Я навеки покинул село. Только знаю, багряной метелью нам листвы на крыльцо намело. Знаю то, что она с тобой вместе, вместо ласки, вместо слез, у ворот, как о скипшей невесте, тихо воет покинутый пес. Ну и все ж, возвращаться не надо, потому и достался не в срок. Как любовь, как печаль и отрада. Твой красивый рязанский платок. Поскольку студия называется «Дебют», мы очень ждем, что придут новые ребята разного возраста. Мы ждем и подростков, и маленьких, и ребят старшего возраста, 15, 16, 17 лет, чтобы у них тоже состоялся в жизни свой дебют. Yeah. Потому что иногда ребята в старших классах побаиваются, думают, что ну уже вроде поздно, да, не ходил в театральную студию, ну и что там я пойду, да, вроде как ничего я, так сказать, особо не умею. Можно не бояться, нужно не бояться, нужно приходить, пробовать, вот, и искать себя, потому что кто знает, как дальше жизнь сложится, да? Может быть, как раз приход в театральную студию как-то повернет вашу жизнь в другое русло. Да. Так что ждем дебютов мы. Да, ждем еще дебютов. Ждем интересных, ярких дебютов. Я вам желаю, конечно же, новых учеников и премьер. Хочется, чтобы этот театральный юбилейный сезон прогремел на весь округ, и не только. Новых вам ярких побед, вершин. Ждем с нетерпением приглашения на спектакль. Спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо большое. Спасибо. И мы пожелаем и друг другу, и всем нашим телезрителям здоровья. Прежде всего здоровья, удачи и надежды на все хорошее. Спасибо вам. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.